Что же такое счастье? Одни говорят, это страсти, карты, вино, увлечения, все острые ощущения. Другие верят, что счастье в окладе большом и власти, в глазах секретарш плененных и трепете подчиненных. Третий считает, что счастье — это большое участие, забота, тепло, внимание и общность, переживания. По мнению четвертых, это с милой сидеть до рассвета, однажды в любви признаться и больше не расставаться. Еще есть такое мнение, что счастье — это горение, поиск, мечта, работа и дерзкие крылья взлета. А счастье, по-моему, просто бывает разного роста, от кочки и до казбека, в зависимости от человека.